Ну, а Тайлеру Вону ассистировали Джейсон Фрэн и Заквин. И какой момент сейчас! О-хо-хо-хо! Это раздели просто! Это просто раздели сейчас уфимцы! 4-1! Красотища! Просто на раз, два, три! Отыгран был Александр Лазушин и празднует успех Петр Хохряков. Давайте смотреть, как развивалась эта атака. Устали немножко, не успели возвратиться в оборону. И 3 в 2 просто. Раз, два, три, тащи! Кадикин! Великолепная вновь передача на гол от Сергея Шмелева и Петра Хохряков. 4-1. Да, очень красивый гол. Темповой, динамичный.